Интересный компрессор. Это вертикальная серия, и он безмасляный, то есть не требует обслуживания. Значит, у него двигатель 1,5 кВт, рабочее давление 8 атмосфер и подача воздуха 132 литра в минуту. Снимаю это видео, хочу остановиться более подробно на вот этой голове привода. Я ее открою и покажу, что внутри. Сейчас я открою крышку, покажу, что под ней, как устроен компрессор. Значит, смотрите, что мы имеем. Это коллекторный двигатель 1,5 кВт. И вот это место сейчас нам увеличат. Привод осуществляется ремнем. Устройство этого компрессора состоит из коллекторного двигателя. Далее через малый шкив ремнем вращение передается на кривошип и через шатун на поршень. Это цилиндр компрессора, в котором и сжимается воздух. Ну и далее по трубке подается в ресивер. И под этой серой крышкой находится сам механизм регулировки давления. Два манометра установлено, выключатель и регулятор давления. Оснащена быстро съемным разъемом эта система. То есть вы можете быстро подсоединить и отсоединить свой пневмоинструмент. Вот такая конструкция, достаточно интересная. Он обладает меньшим уровнем шума по сравнению с обычным компрессором и не требует обслуживания, не требует заливки масла.